Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан, и я не знаю, когда вы будете это смотреть, сегодня, наверное, сейчас прям с пылу с жару, сегодня у нас воскресенье, вечер, и, ну, не 18 по Москве выйдет, чуть позже серия, пока мне нужно ее смонтировать, и так далее. Приехал Хаммер, играет в Overwatch, сидит на своем новеньком компьютере, вот, поэтому скоро-скоро, в следующей неделе, мы сегодня с ним попытаемся записать несколько серий совместных. И уже да, Overwatch. Ну, будут другие игры на следующей неделе вместе с ним же. Но вот в понедельник, допустим, первая серия вечерняя будет Overwatch. Вот он здесь сидит слева от меня. Уже играет. Ну что ж, а у нас не Overwatch сейчас, а у нас пока что и один. Может быть, да, мы с ним, может быть, и запишем вот этот же кроссаут вместе, но уже только на следующей неделе. Так вот, сегодня пока что, как это назвать, это последний день я один, да? Ну нет. Ну, в общем, я один записываю, хотя в комнате я не один, с Хаммером. У нас замечательная игрушка Crossout. Разработчики нам с Хаммером дали ключик. Это все еще идет закрытое бета-тестирование. Давайте продолжим. Я немножко вот такие вот эти лезвия поставил впереди. Вот эти вот дополнительные. Такие горизонтальные, что ли. Да и, собственно, и все. Больше ничего не стал улучшать. Пробежался по складу. Не знаю, по рынку посмотрел. И пока что ничего такого не можем поставить. Ограничения есть у нас на энергию, ограничения на количество деталей, собственно, что-то такое похожее с Робокрафтом. Ну, давайте пойдем в бой, будем накапливать. Можно пойти, конечно, в рейд. Вот. Тут все-таки дают медь. Всякие купончики, медь, купончики, стоимость. А сюда я не могу, потому что уровень, да. Нет, давайте по комиссии уровень будем поднимать, а потом, как только, допустим, 10-й сделаем, пойдем в рейд, который посложнее, да. Просто там, по-моему, и награда. Да, и награда побольше, по-моему. Вот. А, здесь 5-й уровень, не понял. А, вот камера, видите, подсказывает. У меня уже есть кому подсказывать, понимаете? Не только вы в комментариях будете писать, но еще здесь вот прямо в прямом эфире мне Хаммер подсказывает. Играя одним глазом в Overwatch, вторым глазом у меня смотрит, что происходит. Да, ОМ у меня не хватает, а это значит очков мощности. Но все равно будем иногда сюда заглядывать в рейды. Что-то новое откроется, в рейд сходим. А пока миссии будем делать. Так, тут пушка. Тут у нас пушка, не пушка. А давайте посмотрим, что у нас дороже, пушка или кабина. Сейчас, секунду, ребята, посмотрим. Кабина у нас стоит 5, к примеру, да? А пушка... Пушка мы продать ее можем? Изношена она, ну... Допустим, купить за 6 можем, да? Ну, я сейчас сравню просто за 6,60. Ну, чуть подешевле пушка. Чуть-чуть. А еще можно отремонтировать. А можно ее отремонтировать как-то? Прям вот. Разобрать можно еще ее. Хорошо, так что... Я думаю, особого смысла нет, что так, что так. Можно еще заморочиться, посчитать колеса здесь, но... Давайте... Вот здесь вот. За этого будем. Ну все, поехали. Нужно копить. Нужно копить, так же, как в Робокрафте. О, какие эти статуи. Ну да, придется подождать. В принципе, я могу на паузу нажать. Можно. О, можем пообсуждать. Я могу что-то. Вот.
У меня тоже появились вот эти вот, как их назвать, рамы, да, ну вот эти вот, если вы видите, красно-ржавые, я не знаю, как назвать вот эти. Да я посмотрел, у них защита не очень, вот у этих штучек. Хотя кто-то говорил, что они, их имеет смысл поставить, рамы. Имеет смысл их ставить. Только я уже не помню, какой смысл. У меня вот прикалывает вот этот радар сзади, он такой как пропеллер. Да, Хаммер тоже смеется, смотрит. А сразу видно, зеленая машина, значит, человек. Я вот серьезно говорю. Ну, не всегда, конечно. Но просто всем зеленая краска дается. Ну, как всем. Там, в начале почти что дается зеленая краска. Так, это по-моему, боты. По-моему, этот упал. Нет, это бот. Это раз бот упал, Хаммер спрашивает. Ботва. Ботва это человек. Вау, такой полетел. Вот это точно человек. Антоха. Захватывают точку. Команда красных. Ну что, сколько тут осталось? 20 секунд. Меньше. И к ним боты никто не едет. Там кто-то валяется, по-моему, да, вон там. Подняться не может, да, Хаммер говорит. Да, домкрата нет, правильно говорит Хаммер, что. Ну, что, все? Нет, а дайте пострелять. Дайте поиграть. Вот, наконец-то. Единственное, что мне здесь, ну, нравится, что здесь бои быстро проходят. Ну, достаточно быстро по сравнению с другими игроками. А смотри, у меня... А, да, 2000, все правильно. Да там в рейд нужно было 4000 очков мастерства. Че он там, по нашим стреляет, что ли? Он по мне стреляет, ну как так-то, ну? Так, стоим, ждем. А. Да я промазал. А нет, я его подранил. У меня стреляет кто-то. Эх, я промазал. Буф, мне нравится такой звук. Буф. Да я не туда совсем стреляю. Я главное, куда посмотрел, думаю, ну куда я посмотрел, собственно, туда и летит снаряд. Нет ничего подобного. Вот. Ах ты на меня. Ты на меня, да? Вот так вот. А меня аж оглушает. Ну, Хаммер не слышит, а вы, ребята, слышите. Ну да, так. Такой эффект, типа оглох. Я не ту кнопку нажал. Все, меня разобрали. Но я уничтожил там. Сколько человек вообще пишется? Здесь не пишется. А нет, там пишется. Одного, что ли, уничтожил я? А остальных, видимо, подранил, Хаммер говорит. Ну это бот, по-моему, это бот. А чё, он один остался? Подожди. А чё я переключиться не могу? Ну давайте отсюда понаблюдаем. Почему-то я не могу переключиться. А, у меня почему-то на Enter нажалось. Вот. О, такая запотасовочка идет. Так, это боты, по-моему, тут воюют. Так, наши, давайте.
Давайте бота-то убивайте, убивайте бота. Вот же он. А. Где там он? Так, все. Победа! Ей. Что нам дали? Нам дали металлолом и колесо. Ну, как я говорил уже, как-то награды исправляли и не всегда дают награды, потому что если ты как бы никого там не убивал, по-моему, ничего не делал, то как-то и награды тебе не дают, даже если, по-моему, команда у тебя выиграла. Разработчики, ну, поменяли баланс. Я не знаю, может, они снова обратно сейчас поменяли. Я, ну, не слежу, на форуме у них не сижу. Ну, к сожалению, наверное. А так бы был в курсе событий, скажем так, да? Ага, здесь вот эта карта, я знаю, здесь так вот берем, встаем. Так, где у нас там кто? Они издалека там. А, ну это во мне World of Tanks, это... Тут далеко. Да, тут далеко. Из пушки попасть на таком расстоянии. Не, ну можно, Хаммер говорит, но... где там наш? А вот он. А я в него почему-то не... плохо попал. А я его столкнул, я просто на куске развалился. Вроде бы я того убил. Вроде бы. А, ну да, не, убил. А видишь, наш тоже стоит, выцеливает из пушки. Сверху. Ну, попал, да, наш. Они туда все, видимо, поехали. Да, вот они отсюда выезжают. Наш, разворачивайся, разворачивайся, он... Он без колес тут. Разворачивать. А, он на этого поехал. Понял. Ну, прикольно. Мне нравится из пушки стрелять. Такой приятный звук. Приятный. А, пушку. Все. Все, все, все наш. Убегай. Убегай. Подворотни нас ждет маньяк. Да. Чуть ты про маньяк. Да это песенка такая. Утекай. Маньяк. Подворотни нас ждет. Маньяк. Маяк. Маяк. Разворачивай. Ах! Убегай, 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 убегай. Давай. И. На таран его! Вот, молодец, полетел! А! Давай! Давай! А так, это кто? А, это он же. Блин. Ну, давай, давай, давай. Эх, поражение. И сейчас посмотрите, могут вообще не дать никакой... Видите, вообще награды нет, поскольку получено очков, видишь, 0 очков. Да, это было обновление, Хамик спрашивает, что сейчас достаточно тяжело. И так-то было нелегко заработать, скажем так, какие-то детали. А сейчас так вообще просто капец. Ну, разработчикам, наверное, видней. Как говорится, жираф высокий, ему виднее. Не знаю, к чему это сказал, какая-то такая есть пословица тоже. Жираф высокий, ему виднее. Вот. Ну что ж, тоже я помню, где сейчас они будут выезжать. Я вот где-то вот тут-то. Тут-то там-а. Так, кто-то едет уже. О, ты, вы смотрите-ка. О, 200, по 200 наносим. О, 150 это я нанес, да. Где он там? Он еще живой. Эй, не толкаемся, ребят. Где он там? А, он там, он убегает, да. Я там помог его, видимо, подбить. Они вот сейчас здесь будут. Так, я правильно угадал. Эх, я промазал.
промазал и... И промазал. Надо же, с какого расстояния промазал. Вот. Хотя бы помог тоже убить. А что? А мы здесь можем захватывать, да? Захватываем, пожалуйста. Я думаю, они отсюда поедут. Стой, мужичок. А, я ничего не вижу. Они, скорее всего, здесь поедут. А! Наш, отойди. Разнесли просто. Ну да, в своего не попаду, Хаммер говорит. Ну, в смысле, не носу. Ну вот, видите, уже дали какие-то плюшечки, наклейки. Бензин, да. Хаммер спрашивает, что за бензин. Ну, и это я бочки поставил, две бочки, и в PvP там дают бензины. Объясняю просто Хаммеру. А бензин нужен, спрашивает, зачем? Хаммер спрашивает, зачем бензин? Бензин — это в рейды, когда ты идешь в рейды, там тратится бензин на рейды. Поэтому, чтобы его пополнять, у меня должен быть, ну, скажем, на складе некий запас бензина. А если он закончится, придется идти в PvP с бочками. Вот видишь, там, видишь, вон две бочки. Они как бы типа сейчас пустые, а... Я не знаю, как это логически объяснить, а после того, как ты в PvP поиграешь, они наполняются. Ой, извини, мужик, Сори. Да что такое? Кто меня? Это наш меня, что ли? Свои не могут? Кто тогда меня откуда-то там? Тут меня сразу же колесо разбил. А, я понял, это оттуда справа стреляют. Жалко, чтобы как-то починиться нельзя. Жалко очень. А, вон они стоят. Я их буду отвлекать. О, я попал по нему, смотрите. Попал. Попал. И он по мне. У нас перестрел такой идет. Перестреливаемся мы. У нас World of Tanks. Нет, он там может и с колесами. Это я. Я без колес. Попал, смотрите, я уже прям вот. Я даже двигаться не могу. Все, у меня уже вообще колес нет. Я не знаю, на чем я езжу. Можно, не знаю, пострелять можно в бак сюда. О, а я могу стрелять из дробовика. Но я по ним из дробовика я по ним всем. Могу из пушки еще раз стрельнуть. Фу. О, я... Мне... Когда я стреляю из пушки, меня разворачивает. Смотри. Пу-бу. А, ничего себе, меня развернуло. Круто я, да? Так, что делать, что делать? Надо еще раз из пушки стрельнуть. Буф. Так, есть шанс перевернуться. О, ничья. Слушайте, я так редко вижу здесь ничью. Даже что-то дали на металлолом. Спасибо. Спасибо, да. То, что я пытался. Может, мне починиться надо? У меня, может, все из сломано. Поэтому меня так убивают быстро. Ну, не знаю.
Одно хп. Хаммер просто спрашивает. Он говорит. Ну, у меня, смотри, хп 642. Куда-то он, видели, куда поехал? Он поехал, поехал, поехал. Бац, врезался в стенку. Так, я забыл, откуда они здесь поедут. По-моему. Как он ездит? Странно. Где они? Где они? А вот они. Я его хотел из пушки стрельнуть. Где они еще? Что-то... Никого нету. Как-то это... Странно. Захватывать, что ли, базу ихнюю? Уху! А, главное не упасть. Главное сильно не упасть. И сейчас... развернуться. Ой, я... Как я ему, слушайте, колесики-то повредил. Эх, промазал я. Промазал. Кстати, где он? Он там поехал без колес, без задних. А! Вот в меня откуда-то... А, вон он, шмальнули в меня, да? Ну что? Танк на танк идем. Поражение. Нашу захватили базу. Вот это я прошляпил. Ну как я прошляпил? Я их не захватывал. Да. Давайте последний бой и в гаражик пойдем. Ну, собственно, нам в гараже-то... пока что особо делать нечего. Разве что потом продадим что-нибудь. Ну и то на что-то существенное там не хватит. Опять же, можно контейнер купить. Да, давайте сейчас последний бой. Купим контейнер. Откроем. И на этом, думаю, закончим. И уже на следующей неделе мы с Хаммером будем... Не знаю, посмотрим сколько. Может, смотрите, у меня уже 6 хп. А, вот о чем говорил Хаммер, что у меня кабина. Кабина совсем того. Да. И я по нему выстрелил. Йо, смотрите. Какая монструозная штука летает, ездит. Где она? Нет. Нет, не это. Во, нет, вон она. Кабина на колесах просто. Просто кабина на колесах. Вот тоже фиолетовая краска есть. Наших сейчас быстро разберут, я думаю. Вот он еще заехал куда-то не туда. Да, не починил я кабину, собственно, о чем меня Хаммер предупреждал, а я как-то... Ау, игнорировал. Поражение. Сейчас как раз-таки выйдем в гараж, и вы увидите, что... то кабина-то у нас. А, вот видите, она красная прям. Нам показывает. Ты что, ездишь, кабина у тебя красная. Так. Заменить все. Заменить. А что заменить? А как ремонтировать? Я прошел испытание. Ну, в общем, это кабину надо менять. Ну, заменить. Как-то она не меняется. Видимо, вручную надо будет разбирать. Я думаю. Ну да.
Зайдем в склад. Да, но сейчас это мы, думаю, в следующей серии, думаю, сделаем. А сейчас мы... где там у нас? Сколько у нас вообще денег? Денег. Думаю, где там? Вот здесь, по-моему, контейнер. Купим обычный контейнер. А синий, он, эти билетики стоят 150, или как они? А они в рейдер даются. Так, произвести. Да. Производится одна секунда. Как быстро контейнер делается. Теперь мы идем на склад. Ищем контейнер. Тут я забыл. Мы идем в производство. Нет. Мы идем... Вот, получить. Я уже все. Получили контейнер. Идем на склад. Вот, да, все. Открываем. И редко деталей. Я бы не отказался от любой редкой детали. Ты хочешь что-то? Ну ладно, я камеру хотел. Да, открываем ящик. Ящик. И сейчас типа как Counter-Strike. Вау-вау-вау. Хотя можно красочку, конечно. Ну, краска менее нужна, но все равно как бы мелочи приятно. Эх, чуть пушка-то синяя-то не подошла-то, но... Пулемет легкий. Легкий. Легонький такой пулеметик. Ну что ж, в следующей серии мы уже будем с хаммером ездить, я думаю. Плюс мне надо будет починиться. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.